Galaxy S21 Ultra оснащен 6,8-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X Infinity O с разрешением WQHD+, 3200 на 1440 пикселей и адаптивной частотой обновления, а панель сертифицирована HDR10+. Это лучший AMOLED-дисплей на сегодняшний день. Он способен регулировать частоту обновления от 11 Гц до 120 в зависимости от того, что просматривается. Устройство автоматически переключается на более низкую частоту обновления, чтобы продлить срок службы батареи, когда это возможно. Дисплей S20 Ultra не имеет адаптивной частоты обновления, он поддерживает только 60 или 120 Гц и только при разрешении Full HD+, на что жаловались многие пользователи, так как хотели 120 Гц на максимальном разрешении. С другой стороны, S21 Ultra может работать на частоте 120 Гц даже при разрешении WQHD+, чего не может даже Note 20 Ultra. Это может потреблять немного больше энергии от аккумулятора, но по крайней мере теперь у вас есть возможность разогнать все до абсолютного максимума. Samsung предлагает изогнутую панель дисплея только на одной из трех новых моделей, которые она представила. Это именно S21 Ultra. Это также самый яркий дисплей из всех, способный достигать максимальной яркости в 1500 нит. Цвета отличные, а углы обзора лучшие среди всех устройств. И здесь можно только сказать одно: лучшее стало еще лучше.